Прием-прием, друзья, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня я стану призрачным котом, помощником. Однако, как всегда, сегодня будет все не так просто, и моих друзей ожидает целая легенда. Короче говоря, если вкратце, то этого кота заколдовали, и теперь каждую ночь он появляется возле своей могилы, и чтобы его расколдовать, нужно, чтобы этот кот выполнил три самых желанных желания. И именно этим сегодня будут заниматься мои друзья. Друзья, и мы узнаем, получится ли у них меня сегодня расколдовать. Но ты прямо сейчас напиши в комментариях, если у тебя в реальной жизни была бы возможность что-то загадать, и оно бы 100% сбылось. Что бы ты загадал прямо сейчас в эту же минуту? Пиши, и после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом, чтобы сегодня у моих друзей получилось меня расколдовать. И если ты еще не подписан на канал, то жми на кнопку подписаться. Заваривай чаек, готовь вкусняхи. Погнали! Самое время начинать. Друзья, прямо сейчас Леска с Тубиком находится дома и готовится к этому обряду. Давайте за ними последим. Слушай, давай, я думаю, что как раз уже время позднее и погода подходящая как раз. Наконец-то, да. Давай, внимательно слушаем, друзья. Чтобы призвать призрачного кота-помощника, нужно приплыть на остров в полночь, положить три рыбы возле креста и ждать. По легенде, этот кот был заколдован, и теперь его можно призвать каждую ночь. Чтобы снять проклятие, кот должен выполнить три очень желанных желания. Ага. Вот, все. Инструкция прочитана. Да, друзья. Легенда. По легенде, как я вам и сказал, друзья, сегодня прием, мне нужно будет Леска выполнить три желания. Пока что Леска с Тубиком поздороваются, друзья. Пойдемте, мы с вами прилетимся до того самого места, и я вам покажу, где находится этот крест. Им придется сегодня плыть через все вот это пространство, через вот эту воду и прямо вот сюда. Я здесь даже повесил вот такие вот специальные часы. Я думаю, то, что вы это видели, но все же. Ладно, пойдемте, полетели назад. Я думаю, то, что они уже успели тем временем поздороваться, будем смотреть, где они будут добывать рыбу, а может быть, они уже заранее давным-давно подготовились. Так, давайте смотреть. Остров ехать, плыть. Так, вот, слышите, друзья? Так, они уже говорят про тот самый остров. Мы заготовили вещи, нам надо с тобой будет все это взять. Текс. Так, смотри, ой, во-первых, да, рыбка, это рыбка? У нас только рыба, походу, что ли? У нас рыба одна. Да, так, рыба у них, ребят, сегодня одна, придется им немножечко порыбачить, видимо. В сундуке вещи как раз таки леска. Так, давай. Тут все вещи, там удочки, лодки, факела заодно и инструменты. Вот, заодно мы с тобой рыбку тогда по одной штучке поймаем, да? Да, заодно поймаем, пошли. Так, ну что, пойдем. Все, они выходим, ой, отлетаем подальше. Ой, знать, как это будет получаться, слушай, Леска, просто... мне как-то страшно, смотри, какая ночь, все уже спят давно, луна. А мы идем на остров ведьми. Это ночью будет очень, ну, интересно, ну, ребята, они точно не пожалеют, потому что это я будет знаю, реально я крутой я обряд. Я ночью куда-то хожу, это так стрёмно и интересно. Так мы же вместе идем, чего ты боишься-то? Можно я было, думаю, конечно, нормально, ребят, подготовиться, а, еще подготовить какие-нибудь покажу, страшные звуки, но мне кажется, так, они без этого напугались. Я говорю, что мне будет нравиться, типа, то, что и стрёмно, и прикольно одновременно. Это всегда какое-то чувство такое захватывающее, да, как-то, я не знаю, какая-то небольшая. Ну, прикольно. Так, вообще, у них даже с собой лодки, слушай, есть. Сразу рыбу, может, давай сразу рыбу поймаем, чтобы уже вот... Так, вот они решили, ребята, сразу прибачить. А давайте в таком случае подождем. Так, у меня, в принципе, все готово. На острове странное вижу. Я что-то на острове. На острове, ребят, отсюда видно, кстати, а, крест. Я чего, не вижу. Опа! О, у Лески есть получилось, Леска, осталось Леска, только Нубику. Обычная рыбешка. Обычная у меня. А какая нужна? Опа! Все, а, друзья, ну, они поймали. У меня рыбка Сибас называется. Сибас, Нубас какой-то. Как так, у тебя все, рыба, друзья, Нубас? Они плывут. Сибас! Да, я понимаю. Реально, Нубас какой-то, Бас, Нубас. Леска, кстати, тоже заметила кое-что на острове. Ладно, поплывем. Ой, наверное, это то самое место, я посмотрим, думаю. Это да, то самое место, смотри, так оно и есть. Они абсолютно правильно догадываются. Но нам с вами остается реально, только, слушай, немного подождать. Я поняла, что это часы кота. Лодки, слушайте, Леска, мне кажется, ночью эти часы, нам, да еще и на этом кресте подожди, смотрится очень крипово. Слушай, я вот так вот сбоку подойду, я немножко как-то, честно опа говоря, как-то я боюсь, вот я, кстати, не знаю. Дома такие же часы жуткие. Я теперь буду бояться, я теперь здесь увидела, я да тебе говорила то, что... Я тебе уже давно говорила, часы эти снять, какие-то жуткие и дурацкие. Да, они как будто на тебя смотрят. Посмотри просто на адвоката, он такой стрёмный, вообще, не дай бог, такой. Это точно, нет, это правда. Так, ну, он действительно, ну, давай, как там обряд страшно еще раз, что мы должны сделать с тобой? Так, сейчас давайте. Сейчас почитаю, мне же память не лучшая. Так, давай. Так, приплыть на остров в полночь, мы уже это сделали, положи три рыбы возле креста и ждать. Так, давай. Так, друзья, теперь наше с вами выступление. Так, у меня здесь заготовлены специальные нажимные плиты. Как только они положат три рыбы, появится специальная надпись.
А, это почему-то куда не плыть, в смысле, все нормально. Она вот так вот не делается, короче. Вы... Так, вы призвали кота. Вы призвали кота? Как? Теперь, мы же одну только положили. Начинается с кота. Не до рыбы! А как мы это сделали? И спускаемся вот сюда. Звезды только одни вижу. Нубик, что происходит? Теперь мы с вами быстро надеваем костюм призрачного кота. И ждем, пока что пропадет эффект слепоты. Давай вот так напротив встанем, иди сюда. Ты что там? Так, еще 5 секунд. Давайте кинем дымовуху. Вообще как-то странно это все. Опа. Нубик, там что-то появляется, какой-то дым. Дым пошел. Дым, друзья, пошел. Что это? Капец, бери давай, вооружение, вооружение, кирку. Топор, какое топор. Вооружение? Мы же призвали кота. Вот я и есть. Это чего они боятся меня, друзья? Я не понял. Нубик, мы как ненормальные. Орём сами. Так, давайте вот так вот заберём. Мы, получается, так. Реально смогли призвать, что ли? Я просто до конца... В смысле, не трогай. Я вообще-то помощник. Я верила, что мы сможем это сделать. Давайте напишем, друзья, как я могу вам помочь. Как я могу вам помочь? Призывать. Кот должен стой. Он говорит, как я могу вам помочь. Смотри, Нубик, он... ты нас понимаешь? А ты можешь, так, например... Да. Леска, давай зададим ему какое-то желание. Ты да, подожди, три желания, друзья, три желания. Нубик, короче, в легенде тебя можно расколдовать. Мы хотим расколдовать. Три желания. Да, три желания, ура! Мы должны очень желанных тебе. Вот мы тебе сейчас зададим. Леска, так... Я хочу, чтобы ты мне дала... Так, что-то дать. Слушайте, мне кажется, это не очень такое желание. Значит, желание, но... Слиток золота. Слиток золота? Стак золота. Ты чё, куда золота? Стак? Нубик, совсем что ли? Мне нормально. Кажется, друзья, это не совсем то желание. Спасибо. Вряд ли меня расколдуют после такого. Так, а можно я попрошу золотое яблоко одно? Вот, Нубик, так, золотое яблоко. Чего-то там, давайте, не знаю, короче. Вот так вот. Вот. Леска, скромность это тоже не моя сестра. Ох, стыдобище какое. Так, два желания, просите, друзья. Сейчас мы расколдуем его. Подожди. Но, Леска, написано же было желанных. Вот мы сейчас расколдуем его. Нам это и надо. У него там бесконечный запас, наверное. На самом деле, ребята, это абсолютно какие-то непонятные желания. Тюльпан? Так, тюльпан. Давайте тюльпан, белый тюльпанчик. Вот он. Спасибо, спасибо большое. Все, разгадывайся. Давай, разгадывайся. Так, разгадывайся. Что-то ничего не получается, друзья. Разгадывайся, что-то не то. Разгадывайся, точнее. Так, друзья, ходим по кругу в недоумении, не понимаем, что это было. Нет. Так, давайте скажем. Так, не работает. Нет, тут желанные. Не сработает. Не работает. Не работает, говорит. Леска, работает. Я желанные. Хочу золото, хотя я получаю золото. Нет, Нубик, это не совсем давайте то напишем желанное. Утром это прям совсем-совсем то, что прям пропаду. Вообще ты давно хочешь. Вспомни. Что-то более утром серьезное. Я снова пропаду. И давайте напишем грустный смайлик. Нет, нет, мы тебя спасем. Не переживай, пожалуйста, ты никогда не будешь больше пропадать. Мы тебя спасем. Поплыли к нам. Нубик, так, поплыли к ним, друзья. У них какие-то новые идеи появились. Я, кажется, что-то вспомнила. Нубик, вспомни, ты мне рассказывал какую-то историю. У тебя была любимая копилка, хрюня какая-то там. Так, я, друзья, могу летать немного. В общем, доплывем. Так, а кот с нами? Садись в лодку. Я же призрак. Вообще, коты не особо любят... Чё они кричат? Он же призрачный кот, он над водой, наверное, может ходить. Ты совсем, что ли, с ума сошли? Ой, бедненький, но так жалко его, то, что он призрак, честно говоря. Я могу, ребята, летать, да. Но не высоко, но не высоко. Он хочет жить в обычном мире, быть котом и кушать вкусную рыбу. Опа! Да все нормально сейчас не будет. Три желания ожидания... Ой, желания... Будем вокруг себя освещать территорию. Так, слушай, кот... Ну, в общем, Нубик, рассказывай свою историю. Что там случилось? Так, давайте послушаем. Я помню, несколько месяцев назад я закапывала такую, знаешь, копилку в виде хрюни, там хранились мои монетки. Я где-то их закопала впереди моего дома, вон там вот. Так, да, впереди дома. Моего дома. Но я не помню, это точно и где забыла, я закопала. Да, я забыла, так, где я их. Так, значит, где-то перед домом Нубика есть закопанный сундук с копилкой хрюней. Друзья, давайте... Так, вот попробую, так, стремится. Давайте вот, я вот желтый дом, попробую. Это дом Нубика, вот смотри, идем, он же не знает, Нубик. Я попробую. Вот ты объясни, от этого дома двигаться куда? Вперед или в сторону твоего смотри. Площадки? Куда? Вот напротив дома. И так, друзья, честно говоря, я понятия не имею, где находится эта копилка, но мы сами попробуем это сделать. Вот, в общем, пойдемте. Слушай, задача не из легких, честно говоря. Тут где-то впереди, сколько? Получается, закопан сундук. Очень много площади, но просто дело в том, что ну, давайте, к примеру, где-нибудь вот здесь, может быть. Он говорит копать. Давай, копаем. Так, ну-ка, может быть, получится. Здесь? Есть?
По-моему, ой, что-то нет. Нету как-то. Так, пойдемте, ребята, дальше. Может, там, где камень, не знаю, идемте дальше, где-то. Тогда это место не то. Бибик, он куда-то убежал, видимо, ошибся. Подожди, надо еще подумать. Леска, это, походу, значит, надо не здесь копать, а где-то в другом месте. Я реально понятия не имею, где может находиться вообще, серьезно. Куда он бежит? Так, давайте вот здесь покажем. Он пытается найти, он может быть... Во-во-во, говорит, здесь, попробуем. Так, ну-ка здесь попробуем, друзья. Ой. Так, что-то нет ничего. Ребят, я не могу найти, капец. Так, я никакой не кот-помощник, что ли? Подумай еще, пожалуйста, еще подумай. Настройся на нужную волну. Давайте вот здесь, короче. Вот еще, говорит, здесь пробуем. Пробуем еще. Я сейчас тут вещи переложу, тут у меня просто неудобно. Так, может быть, здесь получится что-нибудь найти. Тише, я тебя жду, Нубик. Давай не будем шуметь, ты слишком много звуков издаешь. Но в деревне все спят. Да, хорошо, и здесь тоже ничего нет, что ли? Так, нет, слушай, ну кот, ну нет, это не здесь, это... Здесь тоже нет, похоже, странно как-то, реально странно. Нубик, ты же как не угадал, где-то здесь, наверное. Вот я точно вот чувствую, что где-то здесь вот, прямо, 100%. Он, наверное, в этой области примерно имеет. Видимо, он что-то чует, но тоже... Вот здесь уже прям чутье реально. О! Вот оно! Это сундук! Ну-ка! Это то? Вау, ну-ка. Спасибо! Покажи, да, ребят, Нубик, это что за... Там, конечно, я нифига не... А, вот, смотрите! Ой, какая смешная! Да, ребята, это оно. Спасибо! Вот, получается, что ты исполнил одно желанное такое. Получается, друзья, спасибо, первое желание готово. Смотри, как так, прыгает. А какое же задание они дадут мне дальше? Друзья, нам надо еще желание. Он рад, потому что дальше, он еще надо. Сможет стать... Ой, да, так, подожди, Нубик, подожди секунду, надо подумать, я не могу так... Помни что-нибудь такое. Так, ну, честно говоря, если знаешь, если совсем честно, меня мыши достают в последнее время. Мне просто они в моем доме лазают. И не только в моем доме. Да, их надо просто как как-то. Давайте убрать. Напишем. Да ну, я попробую. Я борюсь, что-то у меня же есть тем более меч специальный. Идем, я покажу, друзья, где я живу. Пойдемте. Вот тот розовый дом, смотрите, это мой дом. Смотрите. За холмом. Смотри, так. Вот тот розовый дом, это детский дом. Розово-белочный, который дом. Вот. Там у них, короче, крысы. Я ночью спать ложусь, скрипят под кроватью, так, лазят. Сейчас, друзья, там посмотрим, всякие... что там за мышку лезут. Какие-то бипоньки свои оставляют. Это вообще... Это очень опасно, можно заразу подцепить. Ты как это вообще? Я обрабатывала хлоркой, но они все равно появляются. Они мне надоели уже. Так, давайте, друзья, искать этих мышей. Не дыши, Нубик, не вдыхай, не вдыхай. Я опасно. Пока что никого не вижу, что-то нигде так. Нет никого. Они бегают по дому, в общем, надо их искать. Так, пойдемте на второй этаж. Светло. Так, вот ну-ка. Они там, они противные. О, вот они, друзья, вот они, смотрите. Я так, ненавижу их, они нате ужасные. Вам, получайте. Так, они фу, на меня даже ползают, внимания фу, не обращают. Я так, на тебе. Уходите. Так, еще туда. Они главное, очень больно ничего не сломать только. Так, ну-ка. Они лопатами Леска, их фигачат, ребят, смотрите. Ой, я ушла. Так. Слушайте, так, ну-ка, в сторону. Вообще крысы, так, в сторону. Сейчас я толкать ее буду. Леска, так, тебе надо все, бью. Какую-нибудь вызвать, потому что тебе надо само тебе. Собой, само собой. Все, готово. Так, что, у них еще где-то кто-то остался? А в туалет не забежали? Подождите-ка, вчера Леска, в туалет забежала. Не в туалет. Есть, есть, вот я чувствую, я чувствую то, что они здесь есть. Леска, давай проветрим, два окна открывать. Еще. Туда их просто... Да, ну так, стойте. Потом их... Сейчас на тут съездят. Отвезем, ладно, когда поедем в выходные. Да, то есть. В деревню к дедушке так, поедем. Здесь, спасибо, так. Пойдемте еще на улицу. Слушай, еще ты знаешь, на улицу. Что, кот, подожди, мне кажется, так. Что я видела еще пару мышей вон в том амбаре. Пойдемте. Давайте посмотрим. Пусть проветрится. Он что-то говорит. Я чую его. Да, правильно, кстати, видишь? Так, пойдемте. Чует, там реально есть мыши. Пошли, Леска, за ним будем следовать. Так, я же где-то призрак, высоко, друзья. Может, они же, знаете, опа. Что, под дерево вообще... Ой, Леска, призрак, он взлетел на второй этаж амбара. И начинаем тоже тут бить этих мышей. О, пошло, поехало, летят сверху. Так, наверное, они, если что, сами смогут с той мышью справиться. Вот падают прям. Фу, я одну завалила. Так, ну-ка давайте отсюда спустимся. Я завалила одну. Так, и давайте напишем. Все. Спасибо большое. Ой, ну смотрит, пишет и смотрится. Ну вообще. Пишет, так. Я же говорю. Нубик, слушай, а что? У меня-то желания закончились, я больше не знаю. Давайте напишем еще одно. На третье срочно. Сейчас по-любому надо придумывать. Так, сейчас мы придумаем. Леска, что можно придумать? Что же они придумают, друзья? Слушай, получится ли у них меня Шидоуни расколдовать? Есть друг Шидоуни. Он мне говорил вчера, у так, него давайте, компьютер, так. Короче, развалился, и его надо починить или давайте собрать. Давайте напишем. Ого. Вот. Может, это тоже я сгодится. Не Леска, я не знала, кстати. Так, давайте да пойдемте говорит, посмотрим, у него не друзья. Он запускалось Майнкрафт, а потом он разобрал все на части, собрать не смог компьютера, короче, у него ноутбук правда, исчез. Правда, это какое-то, ноутбук. Наверное, тоже такое вот, желание, смотри, но, как по мне, вот это очень серьезное реальное желание. Записывает видео, сидит там всякие, так, вот, а сейчас компьютера нету. Так, ну-ка посмотрим.
Деталей так. Нет, ничего нет, собрать да, не можем. Давайте скажем, я попробую. Я попробую, говорю, спасибо, попробуй, пожалуйста. Так, давайте, ребят, нам нужно найти эти компьютеры. А Шерри, кстати, он вернется из города и будет удивлен, что компьютер здесь. Починили. Здесь, смотрите. Раз, ага, скажем, что я починила. Два, ух ты, три, смотри, ты собрал... И системный о! Блок. Ух ты. Так но много. Я сказала, кстати, так все, теперь я они должны сами поставить все это дело. Так, но мы, да, ребята, же, готовимся к превращению. Ставит, точнее, так. Во-первых, мы с вами ставим день прямо сейчас. Вот и Майнкрафт. Так. Ой, поставь, пожалуйста, или я поставлю, подожди. Так, они сейчас поставят, и я включаю день. Вау, откуда опа. Так ты все умеешь? Включается день. Это три, все, ты должен расколдоваться, когда придет теперь, друзья, день. Теперь, друзья, делаем вот так. А? Да, ура? День уже пришел. Он ушел. Так, начинается дым. Там он дым идет снова за окном, что-то происходит. А что происходит? Так, друзья, я стою здесь. Подожди, Нубик, не ходи, и превращаюсь в обычного кота. Я не знаю, я вижу его сквозь призрак. И давайте выходим из дыма. Ты стал так, обычным все, котом! Друзья, добро давайте пожаловать! Напишем, ура! По сути, да, да, смогли. Все, друзья, ура! У них получилось! Ура! Ты больше никогда не станешь превращаться и тут каким-то дурацким крестом сидеть. Слушай, так здорово, это что точно. Мы смогли тебе помочь. Слушайте, это было а ты на спас самом нас, деле круто. Ты спас... Да, ты исполнил наше желание, это просто крутяцко. Чего нет? Так, ну, давайте под что? Конец, на ребята, ответ, немножечко не устроим я кое-что. Знаю, я вообще ничего не спрашивала даже. Так, сюда. Он опа, что-то нам говорит, опа, а мы опачки. С тобой... Он стал обычным котом, он так, как Кольки Пипипольки кидает. Ура, кидать это обычный кот. Пошли, я тебе... Пошли, рыбу дам. Идем, идем, ты, так, наверное, голодный. Так, пойдемте, друзья, пойдемте скорее за ними. Так. Он о, забираем. Давайте, ребят, забирать всю эту рыбу. В общем, друзья, вот такая история. Мы сами не подозревали, но мы расколдовали кота. И теперь он нам вот такие вот кокончики кидает, потому что он теперь интересно стал обычным котейкой и будет хулиганить. Ты радуешься, вот, что он кокончики кидает, но вообще в шоке с тобой. Это очень здорово, друзья, так что вот так вот... Что, ну что сказать, берегите себя, берегите своих домашних животных и заботьтесь о них. Это ну точно. А мы с вами увидимся в следующей серии, всем пока-пока. Пока-пока, друзья! Ну что ж, друзья, я на этом сегодня вонючие буду заканчивать. Нет, вот такая сегодня все получилась история оп, оп, про призрачного кота-помощника. Как по мне, получилось максимально но прикольно. Вообще. Ну и давайте на этом заканчивать. В общем, на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока.